Какой будет состав сборной Дагестана по легкой атлетике среди ветеранов и будет ли она уже в июле участвовать на чемпионате России в Чебоксарах? Вопрос из-за многих факторов остается открытым, прежде всего из-за пандемии коронавируса. С некоторыми кандидатами на поездку в столицу Чувашии познакомился наш спортивный корреспондент Дан Шугум. Вам, наверное, 60 лет. Абдул-Кадыру Гаджиеву 80. И в свой почтенный возраст он чувствует в себе силы для ежедневных занятий физическими упражнениями. Спортом ассистент кафедры ортопедической стоматологии медуниверситета занимается около 20 лет. Многократный чемпион России среди ветеранов по легкой атлетике самым значимым достижением своей спортивной карьеры считает завоеванную серебряную медаль в Турине на Олимпийских играх 2013 года в беге на дистанции 100 метров с барьерами. После школы у меня была такая задача, такие планы были, обязательно получить высшее образование и все прочее, так встать на ноги. Бег 100, 200, 300 метров, я возьму все первые места. И тройной прыжок бегу. Вот этим, по этим видам я постараюсь, я буду выступать. Если чемпионат России будет, я завтра же утром поеду. У неоднократного чемпиона России, вице-президента Федерации легкой атлетики Дагестана Тагира Ибрагимова сейчас стоит непростая задача. Это не только собрать республиканскую сборную, но и решить проблемы, связанные с пандемией. В 2017 году команда среди городов занимает пятое место. Значит, оставить даже такой мегаполис, как Москва, понимаете? Пятое место занимает Россия среди городов, наша маленькая республика. Это очень много значит. Поэтому наша ветеранская команда, если, так сказать, собрать воедино все те, которые показывают хорошие результаты, мы можем войти в тройку сильнейших команд России. Среди многочисленных кандидатов в сборную Дагестана многократный чемпион России по толканию ядра и метанию диска Муса Магомед Шапиев. Дан Шугом, Махарбек Амариев, Вадим Шамхалов. Время новостей.